Всем привет! Сегодня мы по просьбе нашей подписчицы Нины, Нина, это для вас, идем в отель Ялихан Уна и Ялихан Аспендес. Покажем, что же там происходит. Этот отель находится недалеко от Азуры Делюкс, там, где мы сейчас отдыхаем. Пойдем же посмотрим, что происходит. Утреннего вам моря. Впереди перед нами рыбак, который нам пропускает путь. Убрал удочку. Туристы ловят рыбу здесь. А интересно, а как можно приехать с удочкой? Или ее тут можно купить? Кто знает, напишите мне, пожалуйста. А ты что думаешь? Я думал, покупаю. Хотя, опять же, я видел на Твиттере, возле странно семейная пара, и женщина больше занималась. Так у них чемоданчик был постоянно. Ну, может... Я просто, мне интересно, как это, ну, коляски же провозят, а как же. Тут мы проходим такая дорожка, немножко мокрая, и специально сделали, видите, такие поручни. Камни. Тут? Так там же вверху есть. Много рыбаков здесь. Турция 2020, Турция на карантине. Смотри, сколько убежал. Ой, такой маленький. Ой, так тут их много. А я вот помню, они всегда по утрам выползали, видишь? Я не знаю, насколько вам видно, а это такой малюсенький краб. Вон, смотри, тут их много. Ирине надо показать. Ой! По стене, видишь, как пошел? Вот дальше, да. А их тут много, смотрите. Приходите сюда на камни, можете показать детям, сами разглядеть. Вот таких милых крабиков. Ладно, пошли. То что-то мы отвлекаемся от поставленной задачи. Тут уже солнышко. Тут у нас светится солнышко. Тут какой же классный пляж. Такой вот именно просторный, песок шикарный. Кстати, мы здесь тоже поплаваем сегодня. Ступеньки аккуратно. Ой, действительно. Ну, ты услышала, да? Услышала. Вот здесь все закрыто. Территория. Не знаю, насколько видно, солнце светит ярко. Так, давайте на море посмотрим. Вон морька классного. А, какой. А! Шикарное море. Очень классный вход. О. Вот это пляж, я так понимаю, отеля. Чуть-чуть лучше видно. Я буду камеру вот так держать. Это пляж отеля Ялихан Аспендес. Все закрыто.
людей нет. Детская площадка там просматривается. Движения никакого нет. В основном здесь, я так понимаю, прогуливаются туристы из других отелей. Так как мы сейчас идем. Не знаю, насколько... Как было раньше здесь, я не знаю. Тут вот речушка какая-то. Интересно, как оно, когда тут отдыхают люди. Вход огражден вот такой проволокой. Там вот калиточка. Все запечатано. Я так понимаю, ресторан. Тут вот. Вот что здесь сейчас происходит. Переходим в плавь. Прохладненько. Ну вот, море. Видишь, ручей идет. Так, пойдем сюда. Ялихана Спендес. Полностью все входы обнесены сеткой. Я так понимаю, это ресторан или бар на пляже. Что-то такое. Песочек тут не убирают. Вот такая решетка здесь. Видите? Вот так. Ялихан Аспендес. Как же грустно с этим коронавирусом. Что это такое? Кто придумал? Вот это сейчас вдоль всего идет сетка. Вот как там. Все под пленочкой. Все запечатано. Не знаю, слышала, вот многие отели открываются 25 числа. Этот, я смотрю. Что, где? Я видела вывеску Ялихана. Вот здесь Ялихана Спендес. Кто-то туфлю потерял. Там, может, и с этого. Вот так дети туфли потеряли, и в песке уже сложно найти в таком. Полностью все запечатано проволокой. Представляете, чтобы никто не заходил. Вот как это выглядит, снэк-бар. На территорию внутрь я, конечно же, зайти не могу. Что было здесь, на этом месте, не знаю. Конструкция железная. Сказать вам, ну реально, как-то грустно. Ворота тут закрыты на замок, калиточка. Вот как это все выглядит сейчас. Грустишка. Это все за сеточкой такой. Зонтики, переодевалочки. Такое немного, знаете, как на замок закрыто, видите? И туалет. Все так вот выглядит. Давайте без решетки вам покажу вот территорию Ялихан. Там все так зелено, красиво внутри. Но отель закрыт.
Я так понимаю, в ближайшее время, сейчас у нас июль 2020, не сильно планирует открываться. Ух-ух-ух. Все, территория пляжа не убрана, заброшена. Опять же, калитка закрыта. Где? Полотенце. Своих? Смотри, ну тут, наверное, так кто-то решил отдыхать частным образом. Своя лодочка, там, я смотрю, детские вещи. Но полотенца, они как будто бы разбросаны, ну, не в использовании, а просто бросили их на солому эту, на крышу. Но лодка однозначно, кто-то здесь плавает. Тут помыли. Есть тапочки. Тут, я так понимаю, или сторож, или садовник, который присматривает за зелеными насаждениями. Отдыхает. Может, с семьей, с детьми. А может, это от прошлых времен осталось. Вот такая лодка. Отель Ялихан. Насколько я знаю, в этот отель, ну, даже дороже туры стоили, чем в Азуру Делюкс. И он всегда в стопе. Что даже кто-то оставил вот такие тапочки. Зонтик. Лодочка такая прикольная. Все зонтики спрятаны за стеклом, если вам видно. Там ресторан. Все-все в состоянии, я даже не знаю, как это правильно сказать. Консервации. Консервации. К сожалению, но это так. Хозяйство, они не скоро собирают. По крайней мере, я на движение собираюсь работать. В ближайшие месяцы, да? Не, ну смотри, ну никаких движух. Ну, типа все свалено, ну, свободных местах. Ялихан Уна. Вот, кто-то плавает тоже. Ну тут сейчас в основном по пляжу мы прогуливались, отдыхают местные жители, много. Сейчас, конечно, раннее утро, 8 часов утра, то может это туристы, а может и турецкие жители. Ветерок дует, море. Вот как выглядит Ялихан Уна. Под клееночкой. Такое впечатление, что зима, да? Ребята, вот так грустно, грустно, грустно. Нина, видите, что здесь происходит? Как выглядит отель? Рядом, это у нас Руби-отель уже. Давай мы остановимся на минутку, покажем со стороны отель. Ялихан Уна. Море, вспомните, какое оно классное. Кто здесь отдыхал? Вот реально сидишь и балдеешь. Дай мне, пожалуйста, видоискатель. Только ради этого моря нужно сюда прийти. Бескрайние волны, песочек.
Красота, что же скажешь? Самое интересное, что тут слушай. Похоже на оригинальный. Вход вообще шикарный. Ни одного камешка. Пена такая классная. Вруби вам работники какие-то на балконе. Вруби есть какие-то работники на балконе. А нам сейчас красивее море. Вот как выглядит сегодня отель Ялихан Уна. И мы проходили вот там Ялихана Спендес. Спасибо, что смотрите наше видео. Всех вам благ и скорейшего открытия всех отелей Турции. Подписывайтесь на канал. Всегда ваша, ваша Наташа и канал «Вот так». До скорых встреч!